ходит. Вот вилка падает, мол, женщина придет. Я улыбаюсь от того, что не поверю. В природе должен наступить переворот, чтобы эта женщина коснулась этой двери. Рукой дрожащей дотянулась до звонка и не нажала, а ударила два раза. Сразила взглядом, будто холодом клинка, и следом бросила бессмысленную фразу. Потом с намерением пройти меня насквозь проникла в комнату и, примостившись в кресле, заговорила так, как будто ей пришлось вчера родиться или только что воскреснуть. И, оглядев мое жилище с высоты, увы, никак не меньше птичьего полета, ей до меня так захотелось снизойти, богини, сосланной с Олимпа на болото. И вдруг заплакал, и сделалось смешной, такой беспомощной, влюбленной и любимой. Жизнь как прыжок из поднебесья затяжной, или в объятия друг другу, или мимо. И мы в прыжке уже не чувствовали тел, и прижимались все тесней к душе душою. Но я боялся, потому что не хотел впервые в жизни ощутить ее чужой. И шел на кухню, размышляя о своем, и на двоих готовил крепкий черный кофе. Потом курил в окно и сквозь дверной проем слегка косился на ее античный профиль. Но вилка падает, а не наоборот. Я нагибаюсь к ней и сам себя ругаю, и улыбаюсь, разве женщина придет? А если даже и придет, совсем другая.